Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Дорогие зрители, нашел очень хорошую квартирку 2 плюс 1, видовую, вид на крепость Алания, вид на море. В районе Махмутлар, недалеко от моря. Расстояние отсюда, если по прямой посчитать, где-то 220-260 метров максимум. Это улица Барбаросса. Вот. Здесь у нас парк, вид никогда не закроется, там парк, тут парк. Стык района Кестель и Махмутлар. Тут парк. Видите, как хорошо. Есть открытый бассейн, спущусь, покажу вам. Так, видовая, 2 плюс 1, под ключ, недалеко от моря, на высоком этаже, это не крайний этаж. Цена этой квартиры 147 500 евро. Никакой скидки. Напрямую звоните. Торга нету, еще раз говорю. Плюс 90 555 064 91 10. Цену. Порой мне говорят, в чем цену не говоришь. Вот, сказал как есть. Первый балкон. Тут у нас в квартире три балкона. Тут окошко, также и горы в этой стороне. Застекленный балкон. Кондиционер фирмы Термо. Почти отдельная кухня. Столовая часть квартиры, отсюда щели, вид на море. Тут вид уже не закроется, потому что все достроено. Холодильник Индезит. Индезит у нас посудомойка. Кухня. Здесь 100 квадратных метров полезная вся площадь. Минимум. Второй балкончик. Работ много, из-за этого редко начал снимать, и очень жарко, тоже говорил в прошлом ролике. Глазами это видно вот так, дорогие зрители, даже вот так. Вот. Я вот так на данный момент вижу, как вы сейчас видите, море. Просто телефон не показывает то, что есть. Проходим. Прихожая большая у нас, как вы видите. Вот коридорчик. На этаже несколько квартир. Раз, три, четыре квартиры, один лифт. Прихожая. Первый санузел. Большой. Стоит накопительная система бойлер. Стиральная машинка также фирмы Индезит. Первая спальня детская. Тут у нас жилая площадь 9 квадратных метров. Проход. Вот. 9-10 квадратных метров. Тут у нас 14 квадратных метров. И прямо напрямую душевая кабинка. Прикольно сделано. Все. Зашли, искупались и прыгнули в кровать. Шпок. Так. Третий балкон. Сторона юго-восточная и южная, как бы. Кухня на юг смотрит, эта сторона на восток, там юг, море юг. Тут сеть магазинов 3M Migros, шаговой доступности. Кафешки, рестораны, вся инфраструктура рядом. Так, дорогие зрители,
Спускаюсь я вниз. Итак, на этаже раз, два, четыре квартиры. Здесь лифт вместимость 4 человека. Итак, спустился я из лифта. Значит, проекту где-то 14 лет у нас. Здесь пандус. Ухоженная территория. Зона беседки. Открыта парковка с той стороны. Вот зона отдыха. И вот само здание. Так, и зрители, кому понравилась эта конфетка, звоните. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.